Привет, подписчики моего канала. Сегодня у нас небольшой отчет о том, что я сделал с Траги на стриме. Смотрите, на стримах я собрал полностью заднюю часть, собрал подвеску, залил задние амортизаторы, поставил задний дифференциал. Также я уже прокатился на ней, показал, как убирать люфты на стримах, именно в кулаках. В наконечниках еще ничего не показывал, просто как примерно настроить немножко модель. Вчера немного покатался, по-моему, потерял крышку, так как я ее не закрыл. Поставил теконовский мотор богийный, сейчас у меня в наличии никакого другого нету. Честно скажу, мотор вообще не едет. Очень слабый мотор. Ждал от него большего. Первую секунду газа он только начинает раскручиваться, после этого он только начинает раскручивать колеса. Ну как, это не прям все так плохо, как я говорю, но с густыми маслами в дифах он с трудом раскручивает все четыре такие массивные колеса. Да, понимаю, мотор от баги, но как бы скажу честно, он и на баге-то не рвет. Ну, в общем, такой момент, если кто-то будет ставить мотор в каком-то случае от баги на траги или наоборот, но вот наоборот, я думаю, мощности будет как раз-то гораздо больше, и на низах модель будет прям подрывать, потому что большая разница с большим мотором именно момент с первых оборотов. То есть на первых оборотах 10% газа его тут вообще нет. Модель просто плавно ускоряется. Как будто она сенсорная, сейчас подключена по сенсору и еле едет. Так что это временное решение, чтобы просто покатать часть. Ну, в общем, вот. Осталось сделать более мощные распорки. Сделать это все покрасивее. Также передние держатели кузова сделать. Говорил про защиту деки. Скоро будет и защита. Будем покупать какую-нибудь пленку под карбон, может, какой-то принт сделаем, и будем тестировать, как они держат удары. Вот вчера катался, новый скол. Клеить будем именно по краю деки, то есть по бокам. Пластик будет уже именно голый. Наклейка пойдет в подворот под пластик. Еще что хочу сделать, это удлинить спойлер, точнее крепление к самому спойлеру к бабочке, отдалить его чуть-чуть назад. Так сказать, да, будет рычаг на излом больше, но таких проблем у этой модели нету. Сделать на сантиметр назад будет более, модель казаться длиннее, и в воздухе она будет лучше держать прямую. Также хотел еще сделать, покрасить некоторые детали в черный. Это уже старые передние рулевые тяги, переднюю новую держатель рычагов и осей. Также, когда я снимал подшипник, я прогревал верхнюю крышку, и она теперь цвета медного такого, светло-медного. Хочу покрасить это все в черный, будет более агрессивно смотреться. И также покажу сейчас корпус, на котором она будет ездить. Корка будет вот эта. Эту корку мы красили вместе с другом. Очень офигенный покрас. Очень красиво смотрится, блестит. На этой корке отъездил более года, она как новенькая. Покупал их, по-моему, в Челябинске или у RC-Bodies, не помню уже. Очень эластичная, вообще отличная. Проклеена изнутри. Надо будет ее чуть лучше подготовить, так как проклеена она для соревнований, совсем лайтовенько, так как вес это главное в соревнованиях. Вот, и сделал передние крепления. Тут уже и липучки по бокам. То есть она уже сама по себе держится. Сделать передние два крепления, и все. Тачка готова. Еще что. Какие планы на будущее? Это сделать много карбона. Экспериментировать именно с этой шасси. И какие-то супер моменты перетаскивать в баги, на которые я участвую в соревнованиях. Вот еще хочу. Ну как экспериментальное. Ну и для Баша само то. Спасибо, друзья, что смотрите. Ставьте лайки. Также не пропустите, скоро будут розыгрыши на канале, всяких мелких прикольных штучек нужных в моделизме. Так что не пропустите. Всем спасибо, всем пока.